Ну, всем привет, и я продолжаю проходить Diablo первую. Ну что ж, либо сегодня, либо завтра, но я все же смогу дойти до ада. И там вообще будет сложно. Так, что у нас с характеристиками? Нужно, значит, здоровье еще увеличить. И ловкость. Ну, конечно же, может и силу надо, но да ладно. Так, это уже 11 уровень. Поджидал меня по тайне. Местные лорды. Больно вообще-то. Так, ловушки ставить. Нет, ну что-то видел. Что-то выпало. Короче, мне нужен новый броня. Ah!
Все. Все, убрались. Ну ладно. Подлечимся. Ничего не беспокоит вас? Так, ну-ка возьмем еще обычные парочку. Но в следующий раз буду уже покупать большие. И что же вам от меня нужно? Так, что у нас есть? Броня поглощения. Щит власти. Так, топор, доспех. Нет, все плохое. Возможно, у Вирта есть, но у него дорого. Конь. А ее что-то не выпадает. Возможно, годный год. Что же вам от меня нужно? Ничего не беспокоит вас? Все хорошо.
Ничего не беспокоит вас? Я чувствую, ваша душа ищет ответ. Я чувствую, ваша душа ищет ответ. Броня 8, броня 4.
Приветствую, друг мой, стой и послушай меня. Я чувствую, ваша душа ищет ответ. Что же вам от меня нужно? С Богом. Ух, цветовая гамма здесь другая. Thank you.
Я уже перегружен этим дерьмом. Большая нагрузка. Приветствую, друг мой! Стой и послушай меня! И что же вам от меня нужно? Что же вам от меня нужно? Власть, грань поглощения. Все. Ё-моё. Брони нормально нету. Плохо. Денег много? На зелье хватит. Пойти зелеми в конце в отпаду. Затаюсь там флагами. Я чувствую, ваша душа ищет ответ.
лес, тоже как и нет. Ну-ка, пойди сюда. Меч Чириков. Ну-ка, пойди сюда. Совершенно ясно. Ничего не беспокоит вас?
Не забывайте, что дьявол коварен и зол. Он предпочитает разрушать души стремлением к несправедливости. Когда он только очнулся, то сразу же попытался вселиться в телесную оболочку короля Леорика. Но ему это не удалось, ибо он был слаб от долгого заключения. Ему требовался простой и невинный подход в этот мир. И тогда он решил завладеть душой принца Альбрехта. Архиепископ Лазар, предавшийся злу, похитил ребенка, и король Леорик, без того едва не сошедший с ума от попыток дьявола перейти в него, обратился против своих же помощников. И теперь архиепископ Лазар ожидает появления дьявола и надеется, что он будет награжден. Yeah.
Отлично. Фух, там сейчас будет ад. Я, наверное, уже близко. Очень близко. Ну и на сегодня это все. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. До новых встреч. Пока.